Всем привет, с вами Закупыч, и сегодня у меня необычный выпуск про фикс-прайс, который я хочу начать на балконе под звуки дождя. Видите, у нас тут ливень идет. Я покажу сегодня не новинки фикс-прайс, а именно самые полезные товары из фикс-прайса, которые вы можете там купить и которыми будете пользоваться каждый день. То есть это не тот случай, когда вы купили и выкинули все это дело потом на помойку, а именно которые вещи у вас будут лежать под рукой, которыми вы будете пользоваться чуть ли не каждый день. Поэтому давайте покажу. Начинаем мы с балкона и потом пойдем по всей моей квартире. И все, что мне будет попадаться из фикс-прайс, буду вам показывать. Ну и первое, конечно, в хозяйстве могут пригодиться пакеты фикс-прайс. Видите, там что-то валяется на балконе, ненужный хлам. Далее у нас вот такие клейкие ленты. Я их распаковывал, по-моему, в прошлом видео. Раптор, то есть от мух, потому что лето. Вот, лента норм, только еще никакая муха у меня не попалась, наверное, я слишком рано повесил. Вообще на нее иногда даже комары попадаются, поэтому на балконе, в квартире эти ленты вещь нужная. А ты уже готов к лету? Мы с женой готовы благодаря бренду Flamingo. Flamingo — это премиальные очки самого высшего качества. По ссылочке в описании и промокоду Закупыч вы получите 10% скидку на их продукцию. Всем советуем, я себе выбрал золотые очки, обалденные. Качество и дизайн на высоте, жена выбрала себе с фиолетовым оттенком. Мужские очки, они все у них в основном идут унисекс, но только вот почему-то вот мне показалось, что мои золотые, они более мужские, и у них прям дужки пошире. То есть на мою большую голову они идеально подошли, 60 сантиметров у меня голова в окружности. Жене же мы выбрали уже как бы поменьше, с фиолетовым оттеночком, потому что моя жена любит фиолетовый цвет, вы можете выбрать себе золотой, фиолетовый и так далее. Короче говоря, посмотрите обязательно по ссылке в описании на их ассортимент, а он у них очень большой. Также обязательно подпишитесь на их инстаграм, ведь там проходят конкурсы и можно выиграть очки совершенно бесплатно. К очкам идут фирменные чехольчики для хранения, очень качественные, все хорошо, дужки не болтаются, работают четко, от солнца защищают просто шикарно. К сожалению, сейчас в Москве погода испортилась, и я не могу их показать, как они на солнце отрабатывают. Но я уже смотрел и на прожекторы, на всевозможные. Все супер, мне очень нравится. Подойдут как и для водителей, так и для людей, которые любят отдохнуть на солнышке. Так что всем советуем. Проверено Закупычем и Валюшей. Далее у нас вот такой робот. Это пример хрени. Он стоит и просто так... Просто стоит для красоты на балконе. Я не понимаю, почему жена его сюда поставила. Вообще, по идее, это фигня. То есть его покупать не надо. Ну, если только для детей, как игрушка. Потом на балконе у нас стоит вот такой градусник, который черепаха, который был прилеплен на окно. Но от окна его отвалили добрые люди. То есть он хорошо держится на стекле. То есть он не отвалился, его просто сбили рукой. Хороший, можно брать, держится крепко. А вот, вот этот фонарик, кстати, держится так себе. Вот он отклеился и упал у меня. Но на балконе все равно он лежит, потому что у нас на балконе света нету, а эта штука работает на аккумуляторах. То есть там на балкон, там ночью, когда ребенок спит, надо с друзьями там на балкон выйти, там поговорить, пообщаться. Вот, включили свет там, чтобы посветить себе, и все нормально. Валюша тоже мне будет помогать, да, Валюш? Всем привет. Да, сейчас мы вместе с Валюшей дальше потом пойдем, будем показывать, что там еще есть. Итак, сейчас мы находимся на нашем, как бы сказать, зале. И здесь у нас есть горшки из фикс-прайс. Я, правда, не помню, какой горшок из фикс-прайс. По-моему, вот этот и вот этот точно белый. Да, вот эти два. То есть вот горшки в фикс-прайсе можно брать смело. Вот тут у Вали растет. Что это у Вали растет? Хризантема, здесь денежное дерево. Но, по-моему, это горшок не из фикс-прайса. А вот это тоже из фикс-прайса, да, по-моему? А здесь что растет? Валя не помнит, называется. Она еще тот садовник. Также у нас в зале тут установлена свеча для золотая для романтиков, но практически ее не пользуемся. Но в фикс-прайсе можно ее взять, чтобы зажигать. Также в фикс-прайсе Милана обожает играться вот такими штуками. Вот эти, которые кусаки. Вот эти вещи для ребенка можно брать. Им нравится. Конечно же, из фикс-прайса то, чем я пользуюсь. Это мои любимые сыворотки, которых сейчас нету. Да, Валя для волос смазывает волосы. Если вы помните, крем этот уже заканчивается. Да? А что за крем? Витамин А, крем для лица. Это в фикс-прайсе мы покупали? Да, мы покупали в фикс-прайсе. Я хочу сказать, уже по истечении времени им пользуюсь. Да, он хороший. Конечно, цвет лица не сказать, что он прям улучшает, но он очень хорошо питает лицо и так приятно так охлаждает. Ну, вот такой приятный крем, увлажняющий. Из фикс-прайса есть вот такие штучки, Валь, что это такое? О, эта вещь незаменима для меня. Я Милане делаю постоянно всякие прически. Потом будет подборка фоток. Очень. Каких я не буду фотографировать. Ну... Мы просто быстро рассказываем. Короче, делаем прически с помощью. Да, Милане делаем прически. Очень удобно
пихать косички, делать всякие интересные там завихрения. Ну, в общем. Я даже не знал, что Валя им пользуется. Я думал, они просто для красоты лежат. Те, кто делает себе прически, они знают, что это. Кстати, эти штуки лежат у нас вот в такой вазе, и здесь еще расчески с фикс-прайса. То есть тут и мои расчески, и Валины расчески, и Миланины эти завитушки. Короче, вот такой набор. Очень нужная вещь, которую Денис говорил, зачем ты ее покупаешь? Да. Такая прикольная, красивая, в ней лежат резиночки. Да, кстати, это мы уже в нашей прихожей. И резинки, кстати, вот эти тоже из фикс-прайса, только они уже разносились, надо еще купить. Резинки вот такие, именно бесшовные, фикс-прайсе берите. Еще где-то у нас были со швами, но они какие-то фиговые, нам не нравятся. Чуть не забыл самое главное, то, что я пользуюсь перед тем, как выйти на улицу. У нас много кошек лохматых, в фикс-прайсе покупайте вот такие штуки. Еще там можно купить просто сменные вот эти. Сейчас у нас есть эта катушка, я беру просто сменные эти липучки и все. Ну, самое главное, что у нас из фикс-прайса, это наш маленький с Миланой уголок. Мы каждый вечер на ночь читаем сказки. А прописи разве из фикс-прайса? Да, вот такие прописи Милана сама рисует у нас. Ей а вот, да, нравится. Это она все делает. Потом вот такие мы купили недавно загадки малышам. Очень интересно, тут и про животных, и про времена года. Милана на ночь отгадывает. Для меня была находка, это Айболит. Очень хочу найти тараканище и муху-цукатуху. Также мимимишки были в фикс-прайсе. И... Ну, это наша коллекция книжек, короче, тут из разных магазинов. Больше ничего нет. Но с фикс-прайса, видите, можно сказать, львиная доля. Это мы сейчас с детской находимся у нас. Ну, вот это такая... наша самая любимая книжка. Да. Милан, любишь детскую книжку? Да, где-то любить. Чуть не забыл рассказать про фоторамки. У нас их вообще дофигища из фикс-прайса. У нас целая стена из фикс-прайса. То есть рамки вот это. И вот это наша все фото-стена. И здесь вот все рамочки из фикс-прайса. Тут очень-очень много их. Есть даже рамочки вот такие для ваших, для валюшиных поделок. Тут она, видите, делает всякие эти аппликации, да? Коллажи. Коллажи, да. Вот. Ну, это Валина картина. Еще вот она рамка из фикс-прайса. Ну, их тут много, просто я не буду показывать все фотографии. Моя Валя обожает бабочек, и вот это как постер тоже из фикс-прайса висит на стене, потому что у нас есть такая картина, которую я Вале дарил, бабочки. То есть, видите, такая большая картина из другого магазина. Ну и под ней, типа, в эту композицию завершает вот этот постер. Хотя, конечно, он фигня вроде бы, но вроде бы все равно интерьер прибавляет что-то. Уголок Милана. Да, уголок Миланы тут с всякими плакатами и так далее. И вот здесь Милана играет с малышом. Тут у него и ванная, и все на свете, и поилочки, кормилочки. Вот. Даже есть такая переноска. А, и даже перенос. Ну, переноска, кстати, она меня бесит, а ее как малыша носит, чтобы постоянно переворачивается в ней. Поэтому неудобная. Поэтому она лежит под столом. Да, ну для детей вот этими штуками пользуемся. Там должна на них играть, и лучше ждала стульчик. О, кстати, еще одна рамка из фикс-прайса. Ну, у нас фоток очень много на стенах висят. Кстати, у нас вот это как бы входная дверь, и вот справа от входной двери у нас тут висит сумка, потому что Милана с ней выходит гулять. Потом здесь висят, что еще из фикс-прайса. А, вот, вешалка, самое главное. Как мы раньше жили без этой вешалки, да, это вешалка из фикс-прайса, и на ней висят тут всякие штуки-дрюки. И тут еще сверху полочка из фикс-прайса, тоже вот эта полка деревянная из фикс-прайса, тоже мне помогает. Гардекс от комаров для детей, тоже из фикс-прайса, по-моему, 77 рублей или 99 рублей стоит. Там еще тарелка! Да, тарелка, и еще вот такая губка для обуви, я ее даже кроссовки иногда пыльные притираю, то есть губка для обуви тоже в фикс-прайсе, что-то она там мало стоит. О, ну вроде бы все. А да, мы в детской никак ремонт не сделаем. Милана, когда была маленькая, здесь обои рвала. То есть тут очень много дырок. И мы эти дырки все заклеили штучками, вот этими наклейками с фикс-прайса. Видите, вот эти цветочки. Потом бабочки. Тут не все наклейки с фикс-прайса, есть других магазинов. Но кошки это не из фикс-прайса. Да, кошки не из фикс-прайса, но вот эти бабочки, цветы, это все из фикс-прайса. Поэтому выглядит классно. Наше минное поле. Тут из фикс-прайса эти клеенки установлены, видите, чтобы кошки на стены не попадали. Тут вот он лоток кошачий, и вот эти пеленки можете брать смело, то есть они помогают, там, если кошка промахнулась. Кстати, вот эти крючки, я не помню, из фикс-прайса они или нет, напишите в комментариях. Видите, у меня сзади двери такие, хотя в фикс-прайсе можно купить такие же крючки, которые будут вешаться на дверь вот так сверху. И на нее можно вот так вешать ремень, это когда ребенка надо отругать, наручники, когда надо жену отругать и так далее. В ванной у нас вообще полно всего из фикс-прайса. Я подумал, что мы здесь писаем. Нет, это там кое-что лежит нужное. Вот эта полочка из фикс-прайса, она стоит на стиральной машине, да. И тут даже, по-моему, зубная паста из фикс-прайса, сплат. Потом что, зубные щетки, по-моему, у нас нет из фикс-прайса. Помните, девочки? Что это?
Это смягчающая ванночка. А, Валя ей так и не пользовалась ни разу, поэтому... Я ее берегу. Поэтому... Потом, о, ополаскиватель для рта у нас с фикс-прайса. Вот да, такой, тоже пользуемся. Но мне он, кстати, не нравится. Лучше все-таки мне подкопить денег. И я им, конечно, пользуюсь, потому что он, ну, стоил недорого. А так, конечно, лучше брать этот алкалют. Или как он там называется. Хороший, который... Ну, что ты скажешь про эту пену? А, кстати, вот этой пеной я пользуюсь нормально. Вот сегодня буду в ней купаться, да? Точно. Да, сейчас мы доснимем сам, видео, да. И я с ней искупаюсь. Потом еще из фикс-прайса вот это мыло, которое на развес, литр 25, мы его заливаем вот в такую штуку, то есть это мыло из обычного магазина, по-моему, из Пятерочки, но мы дополняем его вот этим. То есть как бы зачем покупать эту мыльницу, если можно из фикс-прайса взять целых 1,5 литра и ее просто подливать периодически. Ага, это что такое? Гель-мусс для умывания. Вот Валя им пользуется, я, кстати, не пользуюсь. Там одна девушка написала в комментариях, у кого сухая кожа, да, кстати, я это не указала. На самом деле у меня просто жирная кожа, поэтому он очень хорошо мне помогает. У кого сухая кожа, возможно, он сушит. Но хорошо увлажняет и придает, кстати, цвет лица. Это что такое? Это для волос масло, которое надо раз в неделю наносить. Обалденная вещь, пользуюсь. Еще ровно 3 года назад мы нарисовали этот рисунок. Этот рисунок был нарисован мелками для кафеля из Fix Price. Я не знаю, сейчас они продаются, там мелки для кафеля или нет. Нет, не продаются, но он не смывается. Да, но он не смывается. Ровно год назад мы нарисовали вот это все. А, ну 3 назад, да. Вообще, по факту, 2 года назад. Да нет, мы когда переселились в эту квартиру, наверное, сразу же. 3 года. Да, мне кажется, 3 года. Возможно, и 2. Но мне кажется, 3. Так, в предбаннике у нас прям целая роспись это ковриков из фикс-прайса. Вот это ковер из фикс-прайса. Потом у нас вот это ковер из фикс-прайса, который такой резиновый. И на самокате у меня еще установлен звонок из фикс-прайса и фары из фикс-прайса. Мы уже на кухне у нас тоже рамочки из фикс-прайса. Тоже есть такое дело. Полотенце папе из фикс-прайса. Мне нравится, что они такие маленькие тоненькие полосочки. И они обалденно сушат рыбу, если надо обсушить там и все такое. Подставочка из Галамарта. Да, подставка не из фикс-прайса, но вот это прям вещь. И вот так на кухне мы храним остальные 3 рулона, потому что вот это в пачке их 4. Один у нас стоит там, и 3 хранятся про запас, когда настанет их час. Прихватки из фикс-прайса. Вот это я точно помню из фикс-прайса. Ковриком я, честно говоря, так и не пользовался. Купил его в фикс-прайсе, но что-то я так и не пользовался им. А, так, больше, по-моему, тут из фикс-прайса ничего и нету. Коробочка. А, о, коробочка для соли из фикс-прайса, кстати. Вот, получается, она у меня стоит всегда на столе. Тут всегда есть ложечка, чтобы отмерить соль. Или просто можно щепотку соли взять и посыпать. Потому что я очень хорошо солю щепотками и ложками. Если надо вот из таких штук солить, я вообще не понимаю, сколько надо солить. То есть вот это мне не нравится. Мне нравится именно из банки, с такой широкой, чтобы рука залазила. Помните эти розовые ножи с фикс-прайса? Они, конечно, фигня полная. Но... Я его обожаю. Да, Валя обожает его. Но мне не нравится, как его точить. Он плохо точится, быстро тупится. Нормально, Ну, Вале он нравится, вот розовый нож что-то посередине. Да. Или не розовый, фиолетовый. Сам лиловый, мой любимый. Лиловый. Да. Вот такая доска. Она у нас висит чисто для, не знаю, красоты, потому что я этими граммовками вообще не пользуюсь. А то есть это как бы. Ты пользуешься? Да. Я вообще не пользуюсь. Просто как для красоты висит у нас здесь на кухонном шкафу вот так. Вот, и просто, не знаю, для красоты. Смотрим на нее и все. Так, ну лотки мы никакие не покупаем. Не, лотков у нас нету там никаких. Губки для посуды тоже очень часто берем в фикс-прайсе. Так что для губок там место подходящее. А, тут вот такая красная морда. Тоже из фикс-прайса. Что-то с этим человеком не то. Не красная морда, а вот эти глаза. То есть, короче, магнитики на холодильнике у нас много из фикс-прайса. Да, вон с Пасхой. Да, тут, ну, тут дофига всего, я не знаю, тут много личных магнитиков. О, ну, по-моему, каких-то тут много. Вот эти все птички из фикс-прайса. Нет, птички, по-моему, из фикс-прайса. А, вот это яйцо точно из фикс-прайса, да. И кошка. Вообще у нас на холодильнике достаточно мало магнитов, на удивление. Обычно у людей они вообще забиты полностью. А, кот из фикс-прайса. Которому 119 лет. Да, 119 лет посчитали. Ему 20 лет, и все посчитали ему, что ему 119. На самом деле ему 19 лет будет в этом году. Нет, следующем. В следующем? На 18,5 лет ему. О, смотрите, как он любит, когда его... Так, миски грязные, как всегда, будут все писать. Ну, что поделать, мы начали видео писать спонтанно. Вот, смотрите, вот эта миска из фикс-прайса. Это 100%. Подставочка под миску. Тоже из фикс-прайса. Вот это коврик. На самом деле, это не подставка для миски, это именно коврик под горячее.
Но я его использую... Фокус, ты где? Да, но я его использую как подставку. И все кошки пришли, что-то хотят, думаю, сейчас их... Вас только что кормили. Сейчас их покормят сразу же. Поэтому миска и грязная. Лёш, хочешь кушать? Знаете, какая-то старая передаляпия. Кстати, вот, на холодильнике у нас всегда стоит вот такая корзинка, и здесь корма влажные для кошек. Вот видите, кошки как реагируют на это все. Вот это корм из этого, из Пятерочки, но здесь обычно лежит корм с фикс-прайса. Валя сегодня отдала последний пакет, надо сказать, в фикс-прайсе я всегда покупаю корм. Для кошек, как он называется, Пурина? Ну, который Perfect самый дорогой. Perfect Fit, во, который самый дорогой там. Его беру, потому что вообще в магазинах он по 23 рубля. О, и вот такие таблетки у нас есть ЗОО из фикс-прайса, но кошки вообще не хотят их есть. То есть это типа таблетки, которые с витаминами, вообще не хотят их есть. То есть, не знаю, не стоит их покупать. В холодильнике, кстати, пользуемся вот этой штукой для лимона из фикс-прайса. То есть реально помогает, она это, как бы это, сохраняет лимон-то в целости и сохранности, срезанный когда. Здесь у нас обеденный стол. И здесь в нем открывается ящик, и тут всякие фольга из фикс-прайса, пергаментная бумага из фикс-прайса, всякие пакеты, пленки из фикс-прайса, ну такое, что, знаете, под рукой надо, чтобы всегда было на кухне. Ну и, конечно же, самое главное место в доме, мой личный кабинет. И здесь у нас вот такая шторочка открывается и туалетная бумага папе. Посмотрите, какая она большая по сравнению с обычной туалетной бумагой. То есть она больше в полтора раза. Это, кстати, бумага из Пятерочки, которая смывается, ну, втулки, у которой смывается. В папе жалко, что не умеют смывать. Да, Зева. Папе жалко, что втулки не умеют смываться. Ведь втулки это реально полезная штука. Это реально офигенно, когда не надо идти никуда. То есть вышел из туалета и все, не надо никуда идти выкидывать втулку. Ну, папе зато они мягкие. Вообще по качеству они лучше даже, чем вот эта Зева. И здесь у нас еще стоит офф, тоже, по-моему, от клещей, комаров и так далее, из фикс-прайса. И духи из фикс-прайса, но они фигня полная, да, Валя? Да, они даже до туалета. Да, они очень сильно воняют. Мы снова в прихожей, и здесь у нас из фикс-прайса лежат эти штуки, бигуди какие-то гибкие. Вале они не понравились, надо их нафиг выкинуть. Короче, они фигня. А потом вот эти штуки, по-моему, тоже в фикс-прайсе сейчас продают салфетки. Они классные, то, что тут есть лючок, и можно салфетки доставать. А потом... Перчаточки из фикс-прайса, вот эти силиконовые, латексные, иногда они мне реально прям помогают. Не, я хочу покопаться где-нибудь, когда мне тесто, когда месишь и так далее, вот это полезно. Я хочу внести ясность. Нет, они хорошие, но мне кажется, у кого очень длинные волосы и близко к голове, не надо корням их закручивать, иначе такой трэш получается. Мне кажется, фигня. Пишите девушке в комментариях. Ну да, может, посоветуйте мне, как по-другому их закручивать. Кстати, да, у меня была шторка для ванны из фикс-прайса, от нее даже, вот, даже кольца остались. Шторка фигня, не берите, она воняет Китаем, и вообще нарвется, и она хрень полная. Кстати, вот такие шнурки же тоже можно купить в фикс-прайсе. У нас здесь и из фикс-прайса, и заодно, ну, короче, их тут очень много понамешано, и с Алиэкспресса, я уже сказал. Но мы ими не пользуемся. То есть, как бы, кто-то ими пользуется, я видел на улице. Ну, не знаю, что-то как-то вроде и так нормально, да? Но хотя люди их берут и довольны. В моих инструментах мужских у меня есть масло смазочное бытовое. Иногда смазываю двери там и так далее, петли там. Ну вот, короче, она пригождается иногда. Не знаю, конечно, может быть, кому-то не пригодится, но мне пригождается. Что-то еще есть. Да вроде все. По-моему, вот этот скотч тоже из фикс-прайса. То есть тоже в хозяйстве может пригодиться. Но вообще в фикс-прайсе что-то проблема с вот таким скотчем. Я что-то как-то искал, никак не мог найти, но он вроде сейчас есть прозрачный. А, о, бахилки, кстати, из фикс-прайса. Когда приходят врачи, знаете, бывают строители, ремонтники, да, в садик. Вот у них никогда нет бахил, всегда у меня из фикс-прайса лежат бахилы. Так, тут погнали мои инструменты. У нас, получается, верхние два ряда там такие, видите, в прихожей. Такие штуки, которые могут пригодиться. Здесь же у нас штуки именно хозяйские. То есть, ну, мои металлические. Вот такой лоток из фикс-прайса. У меня здесь всякие шурупчики, винтики и так далее. Очень удобно в них фасовать. Там, знаете, то, что всегда может пригодиться. Вот, потом из фикс-прайса, по-моему, у меня особо-то ничего и нету. Постройки. Конечно, в фикс-прайсе можно и ключи купить, и все такое, но почему-то я не покупал. Хотя это реально. То есть, если что, в фикс-прайсе можно купить такие, знаете, там шурупчики, фигупчики. Так, здесь у меня... Из фикс-прайса, по-моему, тоже ничего нету. Я не помню, вот эта штука из фикс-прайса. По-моему, вот этот уровень из фикс-прайса, но он хрень полная. То есть он как-то криво, потому что он маленький, короткий, он криво меряет. То есть лучше взять уровень большой. У меня есть большой уровень сейчас. Длинный. Вот длинным нормально.
чуть не забыл. Вот этот, как его, садовый этот шнур, или как он называется, в фикс-прайсе продается. Вот этот, он вообще обалденная вещь. Мы в сад макулатуру сдавали, носили, там для садика надо было. Веревка, да, вот эта садовая, она так и называется. Обалденная, когда нужно что-то подвязать, она крепкая, никогда не рвется, вообще вещь нужная. Расческа для кошек. Из фикс-прайса разве? Да. О, да, расческа для кошек. Вот кошек, кстати, одно удовольствие, и вот эта штука тоже. Какая? А, вот, да, точно. Мы ж кошек чешем еще с фикс-прайсовскими. Вот это берите, да, вот эта вещь хорошая, и вот эта вещь хорошая. Да, Валя обычно, Леша лежит у нас на стуле, кот лохматый, и после на стуле остаются волосы. Вот этой штукой можно эти волосы собрать быстро и хорошо. Для велика, походу, а, для велика вот эти замки для велосипедные, фигня полная, они разваливаются сразу же. Не берите, ни в коем случае. Не. А, еще набор изоленты у меня есть из фикс-прайса. Они, конечно, очень тоненькие. Там, по-моему, три цвета. Вот у меня есть тут желтая под рукой. Желтая, красная. Они норм. То есть, только единственное, там мало изоленты. Ну, мало ли, вам же много и не нужно в хозяйстве, если вы не в промышленных масштабах что-то сделаете. А вот эти штуки для того, чтобы компоновать провода из фикс-прайса, это тоже фигня. Потому что она, ну, не знаю, они как-то отклеиваются от стен. Короче, мне не нравится.